26 ноября прошлого года Минсельхоз Российской Федерации разработал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Стратегия в основном была направлена на развитие экспорта, и очень большую долю уделено тем регионам дальневосточным, где разводятся рыбы, рыбоперерабатывающие предприятия на море. Нас эта стратегия тоже коснулась, и мы, в свою очередь, в октябре 2019 года созвали рабочую группу по обсуждению данной стратегии и по адаптации этой стратегии к нашему региону. Сейчас стратегия прошла обсуждение всех общественных организаций, в ЗСО, в общественной палате. Мы обсудили ее с общественным советом и с другими организациями. Далее мы попросили муниципалитеты разработать и адаптировать эту стратегию каждый к своему муниципалитету, поскольку это касается в основном аквакультуры, развития именно водной глади в прудах и на ГТС. Сейчас мы хотим презентовать эту стратегию губернатору Ульяновской области на обсуждение. И после этого, я думаю, что в течение месяца мы ее примем окончательно, уже адаптируя к сельским населенным пунктам.